Re, viss ēters ir te. На платформе «Манабалс ЛВ» появилась законодательная инициатива в поддержку мамы троих детей, которую могут посадить в тюрьму на 2 года. Елену Жукоцкую суд обвинил в том, что она получила от государства пособие за 3-го ребенка больше, чем полагалось. Женщина была устроена на 2-ю работу фиктивно. У Елены 3 детей, 2 из которых ходят в детский сад. Она не живет вместе с мужем и воспитывает дочек одна. Женщина писала письмо президенту с просьбой о помиловании. Ее поддержали несколько негосударственных организаций и просто латвийцы. В канцелярии главы государства русскому вещанию подтвердили, они получили около 50 таких писем. Но на данном этапе эгилславец бессилен. Преступление Елены считается особо тяжким из-за большой суммы, которая была переплачена. За 2 года декрета набралось 26,5 тысяч евро. Президент сможет помиловать только тогда, когда Елена отсидит 2/3 срока. Таков закон. По мнению авторов инициативы, он устарел. Они считают, что надо дать право на помилование, как только приговор вступает в силу, даже в особо тяжких случаях, но только если это касается интересов детей. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение.